находится в стадии формирования, и я думаю, что она заработает у нас в июне текущего года. Сможете ей воспользоваться. Ну а вечером Путин побывал на заводе «Промтрактор». Там он ознакомился с экспонатами выставки «Высокие технологии Чувашии». К примеру, показали единственный серийно выпускаемый в России беспилотный летающий аппарат «Дань», а также приборы для боевых самолетов и космических аппаратов, системы пожаротушения. Затем Путин прошелся по цехам завода, где выпускают десятки разных машин, от гигантских тягачей до легких тракторов. И поднялся в кабину одного из бульдозеров, оборудованного устройствами оперативной связи и системой.